15 по 17 июня в епархии Преображения Господня в Новосибирске состоялась очередная пастырская конференция, посвященная юбилею милосердия. На встречу собралось 150 участников. Это представители епархии, гости и докладчики конференции. Пастырская конференция была открыта торжественной мессой в кафедральном соборе. Ординарий епархии епископ Иосиф Ферт обратился с приветственной речью. В этот раз наша конференция будет иметь тройную тему. Это, во-первых, юбилейный год милосердия. Это, во-вторых, 25-летний юбилей от обретения свободы католической церкви в нашей стране. И это, в-третьих, личность одного из самых известных миссионеров советских времен, отца Буковинского, который 11 сентября в Караганде будет провозглашен блаженным. После святой мессы состоялось открытие выставки «Юбилейный год милосердия». Епископ Верт и отец Джермано Морани перерезали красную ленту, открыв экспозицию. Несколько стендов этой выставки посвящены 25-летию епископского служения самого монсеньора Верта. 25 лет тому назад, 16 июня 1991 года, он принял епископскую хиротонию. Первый день работы продолжился докладом специального гостя из Рима, профессора Папского Григорианского университета, советника Папской конгрегации канонизации святых, отца Джермано Морани. Он говорил о милосердии в контексте документа Второго Ватиканского собора, а также на примере жизни святых. Отдельная часть доклада была посвящена делам милосердия. Вся сущность христианства проясняется, когда мы обращаемся к делам духовного милосердия. На самом деле, не существует только материальное и нищета, но также культурная бедность. Второй день был посвящен 25-летию восстановления католических структур. Митрополит Минско-Могилевский архиепископ Тадеуш Кондрусевич стал для всех участников конференции проводником в историю своим подробным докладом. Не только о последних 25 годах, о которых мы вспоминаем в эти дни, но и об истории католичества на Руси, а затем и в Российской империи. В период с 1905 по 1909 год только, согласно официальной статистике, 233 тысячи человек приняло католичество. Продолжавшийся несколько месяцев период затишья между февральской и октябрьской революциями 1917 года стал единственным временем достаточно свободного существования католической церкви в России, которое было реорганизовано в пределах шести епархий. Могилевской архиепархии, Копольской, Луцко-Житомирской, Каменец-Подольской, Минской и Саратовской или Тирасовской епархии. Конференция продолжилась краткой экскурсией по городу, организованной духовным центром ИНИГА. А после этого студия Кана представила видеопрезентацию со свидетельствами католиков Преображенской епархии, которые хранили свою веру в те годы, когда верить было запрещено. Это пожилые люди, которые не смогли приехать в Новосибирск. Второй день конференции завершился живыми свидетельствами тех людей, которые приняли активное участие в возрождении католической церкви. Наш храм Преображения Господня первый раз я пришла в августе 93-го года. Тогда это была еще деревянная часовня, и в этот день как раз освещали котлован, вот этот храм. Дело в том, что накануне я случайно услышала по телевизору, что будет это освещение. И пришла просто сюда. Ну, и вот прихожу после этого по сей день. Третий последний день конференции был посвящен выдающемуся миссионеру католической церкви в Советском Союзе, отцу Владиславу Буковинскому, беатификация которого состоится 11 сентября в Караганде, городе, в котором он долгое время служил ссыльным в Казахстан католиком, где умер и был похоронен. В общей сложности отец Владислав Буковинский провел в лагерях 3 раза и арестованный 13 лет, 5 месяцев и 10 дней. Среди друзей, которые у него были, он особенным образом дружил с некоторыми священниками, дружба которых
конечно, через всю их жизнь. Пастырская конференция завершилась поклонением пресвятым дарам и общей молитвой. Мне понравилась конференция. Лично свидетельство отца епископа, в пятницу была конференция про отца Владислава Буковицкого. И понравилась мне его жизнь и его страдания про веру. Конференция понравилась тем, что она была такая представительная, составом епископов, составом мирян, священников, монашествующих со всех приходов. То есть обозначены были все достижения, которые епархия прошла за это время, и церковь в целом. Понравились свидетельства, понравились работа в группах. В целом организация конференции была, на мой взгляд, очень продумана, все было.